Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to keep this clean. Touch gloves now and let's make it official. Получен последний инструктаж от рефери чемпионского боя Херба Дина. Олег Борисов против Рустама Керимова. Так, первый раунд. Сразу бросает хай-кик, попадает в защиту Рустам Керимов и пробует прессинговать, напирать Олег Борисов. Но пока что на отходах, но выбрасывает удары именно Рустам Керимов. Напомню, что Олег Борисов является капитаном МВД. Числится в роте Казанского МВД как раз. Занимается единоборствами. Он со старших классов школы. Примерно в 2000 году пошел на рукопашный бой. В ММА уже перешел 24 года. Ну и до этого он был также многократным чемпионом страны по универсальному бою. Заслуженным мастером спорта по унифайту. Говорит уже давно для всех, что никогда не принимал допинг-средства. Да, и прозвище Олега Борисова «Домкрат». Да, я уже говорил об этом, но еще раз. Еще раз напомним. В принципе, всегда стоит напомнить. И он в свое время заключил контракт с Лигой СБ на 6 поединков. Это его как раз 6-й бой. И бой за титул в очередной раз. Да, и здесь вот нам подсказывает, в том числе редактор трансляции Сергей Белокуров. Ему большая благодарность. И респект, что его соперник Рустам Керимов также подписан на 6 поединков с Лигой СБ. Вот пока что ничего существенно не меняется в этом раунде. На отходах работает Керимов, но бросает удары тоже он. Да, и вспоминая бои в ACB Борисова, тоже мне на память приходит его, конечно, яркий нокаут. Особенно последний, точным ударом справа. В первом раунде он тогда финишировал Мурада Каламова. Но до этого Турала Рагимова во втором раунде. Смотрите, сейчас Рустам Керимов как заряжен. Но, кстати, еще в первом своем поединке в Лиге ACB Борисов Филиппа Мацика в том числе досрочно финишировал. Это произошло во втором раунде тогда техническим нокаутом, забиваниями с рук. Вот было поражение Магомеда Магомедова в декабре 2016 года гильотиной в четвертом раунде. Это произошло. Ну и победа над Духовой Астамировым на ACB 61 по итогам трех раундов решением судей единогласно. Фронт-кик и тут же ап-кик, знаете, два в одном от Рустама великолепно было и попадание точно. Рустам очень быстрые и легкие ноги. Ну и пока что нет ударов от Олега Борисова. Много движения, много, скажем так, такого качественного футворка в исполнении Рустама Керимова. Достаточно высокий КПД, мне кажется, он показывает сейчас. Ну, да, на фоне оппонента. Да, конечно. Но и при этом Рустам действительно всегда был подвижен. Кто за этим бойцом следит, точно об этом знают. Все очень хорошо. Мощный лоу-кик. Он, кстати, родом из Дербента. Рустам Керимов. Табасаранец, насколько я помню. Достаточно редкая национальность, народность, точнее,
Дагестане, если я ничего не путаю. Ну, в том числе, да. Но не часто получается, по крайней мере, потому что мы знаем, что аварцы и даргинцы являются... Или сгины. Ну, да. Ну, и при этом все-таки есть тоже, табасаранцы так говорят давно уже, их язык один из самых сложных. Ну что ж, первый раунд. Напомню, друзья, это пятираундовый. Разведка боем. За пояс чемпиона лиги ACB. Вакантный пояс. И Мансур Учукаев тут как тут. Всегда рядом со своими бойцами, питомцами клуба Duck Fighters. Активнее и агрессивнее был Рустам Керимов. Я думаю, со мной вы согласитесь в первом раунде. Да, я думаю, что да. И более он также результативен. Вот то же самое попадание. Вот сейчас мы видим, как раз замена на повторе, с левой ноги по туловищу. И его попытки перевести Олега Борисова. Вот здесь эта попытка была. И чуть он не настиг левым боковым. Итак, второй раунд чемпионского боя. Керимов Борисов. Да, я так понимаю, что Мансур Учукаев требует работать передней ногой чаще против Олега Борисова. Передняя именно та, когда он работает в правше. Левосторонней стойки, это левая передняя нога. Сейчас сам промахивается на собственном дисе Керимов. И, кстати, это могло сыграть очень плохую шутку для него, потому что в этот момент Борисов смещался в сторону и мог попасть. Значит, сейчас пытается устроить такую сбучку, используя только ударную технику ног Рустам Керимов. А как раз Олег заряжает удар справа. Слишком он, конечно, как мне кажется, знаете, вот перезаряжен, и фокус у него чрезмерный. Бросается Олег Борисов в атаку. Но вот не дает входить в ближнюю дистанцию Рустам Керимов. По-прежнему вынуждает вот так вот преследовать без какого-то ощутимого эффекта. И всякий раз выбрасывать догоняющему его Олегу Борисову. И вот встречные удары как с ног, так и с рук. Провалил Борисова. Точнее, Борисов провалил как раз Керимова под его лоу-кик, но при этом не вернулся к нему с атакой. Очень быстр Керимов. Борисов это понимает также. Ну и посмотрите, как тоже осторожен Керимов в ударной технике с рук. Все время дальняя дистанция, использование техники как раз ударной с ног. Уходит от прохода. Олег Борисов. Оба бойца друг друга изучили максимально и знают сильные и слабые стороны друг друга в том числе. Как много Рустам Керимов работает ногами в этом бою. Левым боковым опять пытался Борисов сейчас достать своего оппонента. Ну и вы знаете, вот сколько раньше смотрел и работал на боях с участием Олега Борисова, обычно ему, скажем так, не мешал его невысокий рост, а вот здесь такое ощущение, что Рустам Керимов успешно использует вот эти свои превосходства в антропометрии, в длине рычагов, как вам кажется. Как раз рычаги здесь особо не используются в этом бою от Рустама Керимова. Ноги как раз пока все два раунда. Поэтому здесь, наверное, не совсем с вами соглашусь. Длина рычагов именно Олега, мне кажется. Вот, то есть не дотягивается, он достаточно легко рвет дистанцию. В том числе, но и плюс его, Олега, как раз, знаете, еще раз подчеркну,
слишком сильнейшая, конечно, сфокусированность, может быть, ему отчасти мешает. Вот сейчас неплохо подвел под правый удар Олег себя. Великолепно нанес этот правый удар по туловищу, наверное, более точно. Успел там вроде бы защититься Рустам. Через зацеп подсечку пытался. И правое снизу попал. Попадает сейчас Рустам. Как раз, извиняюсь, Борисов. Олег Борисов попал как раз правым апперкотом. Жестко попал. Вблизи великолепно сейчас Олег увидел брешь в обороне, и правый апперкот точно от Борисова прилетел по Керимову. С разворота попробовал попасть по туловищу Рустам Керимов и мимо. И вот теперь сближается Олег Борисов. И сейчас сам пропускает снизу уже Олег Борисов от Керимова. Конечно, видно, что заряжен на ударную мощь с рук Олег Борисов в этом бою, хочет попасть справа, но вот как бы ему эта заряженность не помешала в том числе. Слишком явно он идет на этот удар справа. Закончен очередной раунд. Ну что ж, во втором раунде Олег Борисов, скажем так, более наглядно, что ли, показал все свои качества, нежели чем в первом. Ну, по моему скромному признанию, прибавил. Да, вот этот удар как раз справа, буквально в концовку этого действия мы в замедленном повторе увидели. Посмотрите, насколько даже отлетел от этого удара Рустам Керимов. О, у бойца, кстати, великолепно обладают знаниями партерной работы, борьбы в целом, бросковой составляющей, переходов из ударки в борьбу. То есть полные, настоящие универсалы. Да, по большому счету так и есть. И тем более, без перекосов. Что в том числе оба могут завершить свой поединок в ударной технике, нокаутировав своего оппонента. Да, и оба обладают тяжелым ударом, сокрушительным. С левой ноги под внутреннюю часть бедра Керимов действует успешно. И все время меняет стойки Рустам Керимов. Стомп успел бросить Рустам Керимов. Напирает Олег Борисов. Пробует войти в ближний бой, судя по всему. Опять все на одни удары, вот те самые левый боковой и правый жесткий, тяжелый, нокаутирующий от Олега Борисова. Но все видит, естественно, Керимов слишком явно. Пока сейчас это все пытается исполнить Олег Борисов. Но сейчас навстречу упредил левым джебом, но таким не силовым Керимов. Да, и вот секунданты сейчас говорят Рустаму Керимову, чтобы он терял самообладание и работал вторым номером, то есть не изменял своей тактики. Голос Мансура Чукаева. Я слышу также и узнаю его. Естественно, Мансур тактик еще тот. И стратег в том числе. Они Олега Борисова знают просто досконально. Напомню вам, один боец, опять же, представляющий клуб Duck Fighters, это Тимур Валиев, который дерется сейчас уже очень долгое время в Северной Америке. Вот он выигрывал в свое время на турнире Fight Nights у Олега Борисова. Тоже, здесь пропускает удар справа Рустам Керимов. В ближней дистанции. Вот я думаю, что вот это не будет приносить результат, клинч для Рустама Керимова и какая-либо борьба и вот, знаете, физическое противостояние
Вот если Рустам будет завязываться в этой составляющей поединка, то у Олега Борисова будут подниматься шансы на потенциальную победу. А вот если Рустам как раз сможет отработать тактически верно и на ногах проведет этот бой, на ногах именно не только двигаясь на них, но и выпуская удары с разных позиций. Да. И я вам скажу, что здесь как раз уже в этом случае повышаются шансы на будущую победу у Рустама Керимова. Ну и по большому счету вот едва отступает от изначального геймплана Рустам, когда они попадают в ближний бой, то и тут и начинаются у Рустама определенные проблемы. Когда... точно и жестко. Правый сбоку навстречу Олег Борисов пропускает. Чуть даже потерял он координацию буквально на долю секунды. План на бой и одного, и другого бойца понятен. Вот насколько удастся осуществить его полноценно, мы увидим уже по ходу поединка и в большей степени в его итоге. Ну и посмотрите, как великолепно работает сейчас Керимов. И когда он за ним, еще один красивейший бросок. Это ну и тут же поднимается Борисов, добавляет колено в корпус. Потрясающе. Что не часто увидишь вот такие броски сейчас в поединках смешанного стиля. Тем более, когда представляют друг другу действительно истинные мастера. Кстати, Рустам Керимов, помимо клуба Duck Fighters, он, по-моему, еще и представляет клуб «Крепость». Вот. В двух. Да. В двух ипостасях пребывает как раз Рустам Керимов, если берем мы вопрос представительства клубной составляющей. Ну а Олег Борисов уже очень давно Магомеда Кадиева. В клубе, помню, что Магомед по прозвищу Маркус Кадиев возглавляет клуб «Крепость». Ну что ж, впереди у нас чемпионские раунды, где все и решится. Это, конечно, бросок просто впечатляет. Бросок прогибом просто невероятно красиво. Еще раз впечатлено, особенно на уровне таких соперников, которым является Олег Борисов. Уровень оппозиции высочайший, такой бросок — это что-то с чем. И еще раз посмакуем. Очень красиво. Четвертый раунд. Снова все в той же самой манере. Поддавливает Борисов. Выбрасывает на отходах удары Рустам Керимов. В постоянном движении. Выманивает на себя бойца из Костромы. Сейчас удалось неплохо зацепить Олегу Борисову. Рустаму Керимову. И хорошо на нырке уходит Рустам Керимов. Ударами по туловищу. И еще при этом Керимов через клинч тайский успевает на коротке запустить два колена. Маваши из левши. То есть хай-кик просят выбросить угловые Рустама Керимова. Не меняй, стой!
безустанно подсказывает угол Керимова, что ему делать. И услышал Олег Борисов, секундантов своего оппонента, голова открыта, тут же поднял руки повыше. Кстати, рядом с Мансуром Чукаевым еще Устар Магомед, Гаджи Даудов. Потрясающий боец, который буквально уже совсем скоро, в мае месяце, 6 мая, в Олимпийском будет сражаться против действующего чемпиона Льва Азиза Абдулвахабова. Попал Олег Борисов. Вот клинч был недолгим. Но и даже в этом клинче Олег Борисов не наносил удары коленями. А так и был сконцентрирован на то, чтобы оттянуться и ударить справа опять. Конечно, выцеливает весь бой. Ждет, когда появится шанс нанести разящий удар Олег Борисов, судя по всему. Да, но ждать здесь, я думаю, что нельзя. Здесь, конечно, действительно свое нужно навязывать против такого классного бойца, каким является Рустам Керимов. Напомню вам, что Рустам последний свой поединок просто красивейшим образом провел. И он на ACB 71 в сентябре 30-го 2017 года техническим нокаутом, забиванием из рук в первом раунде финишировал бывшего бойца UFC Такея Мизугаки. Ну и до этого он нокаутировал Турала Рагимова. Также в первом раунде. Это его третий поединок в лиге ACB. Кстати, извиняюсь, у него был еще бой на ACB под номером 40, и тогда он одолел Александра Петусона по итогам трех раундов как раз с единогласным решением судей. Это уже четвертый его бой в ACB. Защиту бьет сейчас Рустам Керимов, но по-прежнему работает по той самой тактике, которая у него была на протяжении всего поединка. Да, посмотрите, сейчас Херб Дин дает замечание, что держится как раз при клинче. За захвате за как раз амуницию. В частности, это спортивные шорты Олега Борисова. Это делает Рустам Керимов. Причем сначала всем своим видом Олег Борисов показал, что сейчас, вот, по-моему, ошибается как раз Керимов тактически, наносит удар в средней дистанции с ноги, сам же теряет координацию. Олег Борисов отправляет его в тейкдаун. И сейчас в боковом контроле находится. И что он сейчас, насколько он постарается вытянуть на максимуме из этого положения. Наблюдаем, Олег Борисов сейчас охотится за шеей. Последние секунды в этом раунде. Ну, по-моему, ровно пока что дышит Рустам Керимов. Не совсем понятно с этого ракурса, насколько плотный захват. Да. И кровь перетерпел, очень, да, серьезно исходит как раз, да, из носа. Разбит нос. Да, Рустам Керимов. И вот Мурат Мачаев рядом со своим другом и собратом по команде «Крепость». Мурат Мачаев, кстати, если не ошибаюсь, тоже не так давно подписал контракт с ACB. Да, так и есть. Мы все ждем его боя. Совсем скоро он, кстати, и произойдет. Ну что ж, здорово проявил себя, особенно в концовке, Олег Борисов. Очень интригующее, интересное противостояние у нас получается.
так, такая борьба стилей, борьба тактик. Да, Рустам, конечно, знает, он справа через руку от Бориса. Рустам знает, как выиграть у Олега. Тем более, что его одноклубник Тимур Валиев это уже однажды сделал. Но вот, опять же, насколько функции позволят Рустаму Керимову великолепно дышать. И вот этот разбитый нос, кровотечение, которое исходит оттуда. Через колено успевает все-таки Борисов запустить по туловищу Рустам. Великолепные профессионалы в этом главном бою участвуют Рустам Керимов и Олег Борисов. Действительно, оба заслуживают они пояса чемпиона промоутерской компании ACB. Но кто-то должен быть сегодня выявлен победителем по итогу всех пяти раундов. Ну вот сейчас опять же последовала интересная команда аутоглавых. Рустам, ты длиннее, обстукивай его. То есть, опять же, прямое указание не отступать от изначально выбранной тактики. Расстрел дистанционный, бесконечный. Промахивается сейчас дважды Олег Борисов. Вот с правой ноги мидлкик вроде бы попадает. Ну, буквально стопой по скользящей. В том числе этим же отвечает Керимов. Только с левой уже ноги. Лоу-кик бросает Борисов тем временем. Да, и вот призывают к зарубике. Именно его угол, Рустама Керимова, требует от него включиться в бой плотно и подраться. Потому что так-то могут бой и не отдать судейский корпус. Потому что... Так, вот пробует гильотинировать. Точнее, пытался Олег Борисов. Борисов ведет боковым, добавляет. Левым сбоку, рядом с целью. И кровь продолжает все еще течь у Рустама Керимова из носа. Естественно, это мешает. Но это все результат успешных действий Олега Борисова. Правый апперкот от Олега Борисова. Посмотрите, мощь. И желание, огромное желание у Олега Борисова. Сейчас огромное количество ударов с левой руки. Три, если быть точным. И Олег чувствует, что... Смотрите, здесь... А вот сейчас как бы не попался на удушение. Но нет, есть зазор у Олега Борисова. Быстро он выходит. И вот из открытого гарда начинает атаку. Да, и Олег здесь своими короткими рычагами. Ему всегда удобно подобной позиции работать. И посмотрите, как он неудержим. Да, и в этой позиции действительно короткие рычаги как раз таки преимущество, потому что амплитуда соответствующая. Да, невероятная битва у нас с вами, друзья. Ну, не у нас с вами, а у этих двух замечательных спортсменов. Да, интрига все еще присутствует. Поединок действительно чемпионский. Попытался сейчас бэкфистом попасть по Олегу Борисову Рустам, но и при этом сам провалился. И Олег не вернулся к нему с контрвыпадом. Оба поймали паузу. Рустам разводит руками. А вот сейчас Рустам и попадает бэкфист, но не, может быть, настолько тонажно, как хотелось бы ему. И правый апперкот от Олега Борисова. Последние секунды решающего раунда за чемпионский титул ACB.
Размен коленями в клинче. Да, Рустаму из Дербента не так далеко нужно было и ехать в Баку. Да, тем более... Совсем рядом. И в Азербайджане много живет, например, лезгинов, да? И в Дагестане много живет этнических азербайджанцев. Да, особенно именно в Дербенте. Да, в Дербенте, по-моему, Дагагни есть такое место замечательное. Ну, вот четвертый раунд, я думаю, как раз выиграл Олег Борисов. Вот пятый. По-моему, очень близкий раунд. А в предыдущих раундах тоже все очень было ровно. Зыбко в плане. Да, ну и вообще поединок действительно был близким боем, так называемым closely fight, как в Америке подобные бои называют. Но опять же, вспоминая красивейший бросок прогибом, который исполнил Рустам Керимов, это было что-то с чем-то. Ну и пока мы смотрим с вами, друзья, вот эти замечательные эпизоды чемпионского боя, хочу вам еще раз напомнить про группу телеканала «Матч Боец» ВКонтакте. Вступайте, будьте в курсе самых интересных и ярких событий в мире единоборств. И вот точное было попадание бэкфестом от Рустама Керимова. И, опять же, вызывает уважение Олег Борисов, который пропускает подобные удары и, по сути, не реагирует на них никаким образом, как будто он ничего и не пропустил. Вот как раз Устам Магомед Гаджи Даудов рядом с другом своим и в том числе с братом по команде. Ну и вот Хердин. Александр Жук, тренер по боксу, и Мурат Мачаев ожидает уже своего друга и брата по команде Олега Борисова. Да, видите, также близкий бой и раздельное решение судей. Рустам Керимов становится новым чемпионом лиги ACB на этот весовой дивизион, бентамвейт так называемый. Ну и надо поблагодарить Олега Борисова за достойный бой. Вот таким получился этот вечер ACB-83, который для вас прокомментировали Вадим Фурсов и заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Максим Воронов. Благодарю вас, Вадим. Удачи вам, друзья, крепкого духа и побеждайте. Смотрите бои на каналах холдинга «Матч». До новых встреч.